Здравствуйте, друзья! Сегодня вот такая вот большая посылка от моего друга Тима Карамболя. Что-то мы с ним в этом году решили перестраховаться и с Новым годом поздравили друг друга заранее, с учетом, что пока дойдет, пока то, пока сё. А Почта России оказалась на высоте. Да. И как-то это все пришло очень быстро. Так, еще бы сообразить, как эта посылка открывается. В общем, удивительно, но факт. То есть посылочки наши очень быстро пришли. Дожились, да? Теперь, когда все приходит, ну, естественно, я открыл ее вверх ногами. Теперь, когда все приходит вовремя, мы этому удивляемся, да? Так-с. Отодвигаем в сторону. А, я уже по запаху знаю, что здесь. Народ, вы просто себе не представляете, этот запах, который сейчас стоит. А, это знаменитое птичье молоко. Чем знаменито? Тем, что в отличие от обычного птичьего молока, которое делают в других регионах, здесь добавляются водоросли агара-агара, которые, ну, очень полезные, выводят радиацию и куча всего. Как раз какие-то, что надо для жителей Смоленщины. Даже не представляю. Что это? Вау! Это шейник. Ой, я думаю, если Паша Баранов, если ты смотришь, то это твоя тема. Угу. И Зулка. Ну вот, Борис сделал мне головную боль. Теперь сиди, думай, как это паракордом обкручивать, не обкручивать. Ну, будет чем заняться. Все равно сейчас в отпуске предновогоднем. Так что будет чем заняться. Так, это у нас кофеек. Кофеек с Папуа-Новой Гвинеи. Класс, класс, класс. Кофеек, кофеек, кофеек. А, ну, люди, которые живут ближе к Китаю, имеют доступ ко всяким вот таким вот разностям и вкусностям, чаям и так далее. Чай — это круто, чай — это замечательно. Вау. Андрею Минору из Приморья. И здесь спирт, коньяк, водка, медовуха, чай. Теперь буду точно знать, чего и сколько наливать. Блин, супер, у меня такого не было и нет. Я даже не знал, что такое бывает. Обалдеть. Ну и так как Тим Карамболь — человек основательный, понятно было, что прислать кружку, где есть спирт, коньяк, водка, медовуха, уже расчерчено, сколько выпивать, и не прислать то, что выпивать, ну, как бы не мог. Поэтому здесь у нас, уже прочитал, уссурийский корень с женьшенем. Ну, будем считать это за спирт и будем наливать по чуть-чуть, тем более учитывая, что как раз таки вот женьшень там внутри и обретается. Вау, вау, вот это реально круто. Это буду по чуть-чуть, как лекарство. В общем, буду вот это пить и конфетами закусывать, ну, если дочка хоть что-нибудь оставит. Обалдеть, обалдеть, это просто обалдеть.
Тим, спасибо огромное. Кружка вообще просто супер. Вообще кружка — это что-то с чем-то. Вы понимаете, да? Что кружка металлическая, значит, сносу ей не будет. В то же время кружка оплетена берестой, значит, она будет не горячая, можно будет брать спокойно в руки. А, как я доволен. Спасибо огромное. Вас всех, кто смотрел, с наступающим Новым годом. Счастья и удачи. До свидания.